На улице наконец-то снег. Еще голые пару дней назад еле покрылись белой пеленой, ну а на ТНВ уже Новый год. Сцена, вечерние наряды и калейдоскоп песен. Все как на голубом экране. На ТНВ новогодний огонек. Здесь есть место чуду. Иначе как объяснить, что еще 10 минут назад здесь было примерно так. Посмотрим, сейчас пропишут, давай динамику. Свет, камера, мотор, а еще работа гримеров, оформителей зала, сценаристов, артистов. Этот лонглист можно продолжать бесконечно. Съемки 2 дня, и это лишь треть от всего процесса создания «Голубого огонька». Кстати, впервые на ТНВ он будет в HD-формате. HD сам по себе не прощает никаких ошибок в плане технической реализации. Нужно ко всему подходить очень тщательно. В их объективе в зале лица телеканала. «Голубой огонек» в начале декабря для многих не новость, традиция. Очень символично, что именно когда на ТНВ начались съемки «Голубого огонька», в Татарстане выпал долгожданный снег. Придя сюда, ощущение, что вот он праздник, он совсем уже близко. Сегодня мы уже окунулись в новогодний праздник и теперь ежедневно будем делиться этим новогодним настроением в новостях с нашими зрителями. Песни, юмор и чудеса – главные атрибуты «Огонька». Сценарий праздничного действа в секрете до самого боя курантов. Будет легкий конфликт, будет весело. Будут и Адхар Хабибулин, и Тахир Гайнулин. Ну, по-новогоднему. Новогоднюю ночь со зрителями ТНВ проведут и именитые артисты республики. Вот эта вот улыбка, она есть настоящая. То есть мы верим в эту сказку, мы верим в этот Новый год. Конечно же, будут все смотреть. У нас очень любят телеканал ТНВ. Особенно в деревнях, через тарелку мы смотрим обычно. Это лишь маленький тизер «Голубого огонька» на ТНВ. Полная версия телешоу 31 декабря в новогоднюю ночь. Салават Мухаммадуллин, Альбина Салгараева, Ренат Сафин, Даниил Филатов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.